В Мурманске завершается отопительный сезон. Глава администрации подписал постановление с 0 часов 26 мая отключить отопление в жилых домах, а также расположенных в них зданиях общественного назначения, в учреждениях образования, здравоохранения и культуры. По закону отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха держится не ниже 8 градусов тепла в течение 5 дней. Эти условия выполнены. В отдельно стоящих зданиях образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и культуры отопление будут отключать в рамках договорных отношений. Необходимый температурный режим будет поддерживаться в дошкольных учреждениях, которые функционируют в летний период. В большинстве населенных пунктов области отопительный сезон завершили раньше столицы Заполярья. В прошлом году в Мурманске тепло перестали подавать 31 мая.